Привет, ребята, с вами Мирослав, и сегодня я проведу обзор этой карты греческой мифологии. Я уже делал один обзор этой карты, и, ну, три обзора этой карты, и буду еще посмотреть, какие тут есть кины: Ахиллес, Афродита, греческие боги, тут монстры греческие, царь Минос, Минотавр, Гермес и много других греческих богов. Так, я сейчас играю за Геракла. Вот он, смотрите, какой Геракл смешной. Так, и вот, смотрите, я нашел тут деревню и скрыл, что я из другой реальности, что у нас тут вообще 21 век. Бедный житель такой. Так, ой, извините, я не хотел к вам ломиться, но мне тоже надо где-то жить. Я ведь тоже живой человек, а корабль неплохой. Из него получилось бы отличное место для жилья, не правда ли? Только нужно хорошенько потрудиться, и я на нем пожил. А я уже на нем буду жить. И вот вдруг построил такую каюту и капитанский мостик. Так, давайте тут обустроим. Так, что взять? Так, книжные полки. Фонарь. Может, фонарем я пользуюсь буду верстак. Какая необычная, ну вроде все. Потом, если надо, я еще печка, верстак, столик. Далее берем и вот это вот все вот так вот заставим. И вот здесь тоже вот так вот аккуратно все поставим. Тут тоже неплохо. Мне вполне нравится. Так, что еще? Точно нужна кровать. Красная. Нет, на красную уже все спят. Давайте возьмем бирюзовую. Кстати, ребята, я советую вам бросать деревню, потому что деревня не просто заполнена Майнкрафтом, там нет никакой редкости. Ну, может почтиться, что будет только крепость Эндера или заброшенная шахта, а так ничего особенного в этих деревнях нету. А в городе все по-настоящему интересное и особенное. И я хотел бы, но я не заставляю вас, просто вы можете закачать набор город, потому что есть такой набор, он даже бесплатный. Если не ошибаюсь, он называется Лютмен, городские приключения. Так что пока город свободен, а потом все могут занять его, и вам не останется места. Так что давайте переезжать туда заранее. А вот сейчас я вам показывал путницу. Видите, путница в греческой мифологии, она не совсем такая, в которой мы живем. В настоящем Майнкрафте. Так, давайте бросим око и закругляемся. Спасибо за внимание. Всем пока. С вами был Мирослав. Не забывайте ставить лайки.